Мызы Эстонии представляют широкий спектр архитектурных стилей. Неоготика была весьма популярна среди местных землевладельцев. Прекрасный образец такого архитектурного направления – замок Алацкиви – расположился в живописном месте на берегу одноименного озера. Чтобы добраться до замка Исталина, нужно проехать около 250 километров в сторону Чудского озера. Дорога займет примерно 3 часа. Озеро, которое в Эстонии называют Пейпси, а в старые времена Гдовским, всегда являлось естественной границей, отделявших Ливонию от русских княжеств. В 1601 году, когда имение Алацкиви впервые упоминается в документах, западным берегом озера владела шведская корона. Король Густав Адольф, отчаянно сражавшийся с поляками и русскими за наследие Ливонского ордена, отступив от Пскова, награждал земельными угодьями своих приближенных. Необходимо было усилить присутствие шведов на востоке Ливонии и наградить проявивших себя перед короной военачальников и дипломатов. В 1628 году обширные земли на западном берегу Чудского озера получил королевский секретарь Юхан Адлер Сальвиус. Барон, юрист и дипломат, служивший королю Густаву, а потом и его дочери, королеве Швеции Кристине, был постоянно занят на службе короне и большую часть времени проводил в Германии в качестве посла. И в 1642 году поместье передали вместе с рыцарским званием Йохиму Кронману, военному комиссару королевства, служившему на границе Ливонии до звания полковник. Также он управлял когда-то гарнизоном Нарвской крепости. Герб кронванов с цаплей на щите провисел над воротами поместья до 1753 года. Новым владельцем стало семейство Штакельбергов, крупнейшие землевладельцы, чьи поместья находились и в других волостях Ливонии. В 1870 году замок в качестве приданного перешел семейству фон Нолькинов, которые владели поместьем до национализации в 1919 году. Фон Нолькины – старый оздзейский род, представители которого появились при российском престоле еще в 1694 году. Начали со шведских посланников и выросли до министра финансов к XIX веку, сколотив при этом приличное состояние. Наиболее заметную роль в истории поместья сыграл один из наследников министерских богатств – Арвид Грегор фон Нолькин. Именно он в 1880 году решил полностью перестроить поместье. Большой любитель путешествий и архитектуры был очарован замками Шотландии. Прообразом своего поместья Арвид фон Нолькин выбрал летнюю резиденцию королевы Виктории – замок Балморал. Конечно, шотландское поместье значительно крупнее, но планировка и архитектурная компоновка мызы сделали сходство очевидным. На постройку замка ушло 5 лет. Мыза построена из доломита на фундаменте из гранитных блоков.
Барон сам лично следил за строительством, чтобы все соответствовало проекту, в создании которого он сам лично принимал участие. Работы были закончены к 1885 году. Это был праздник для населения Причудья. На открытии присутствовало около 400 человек. Внешний вид поместья вызывал неоднозначную реакцию и много критики. Особенно отмечали отсутствие симметрии в облике здания. Но со временем критики утихли, а поместье вошло в список самых презентабельных не только в Истлянской губернии, но и во всей Имперской Прибалтике. Было построено множество хозяйственных построек. В общей сложности в комплекс Пызы входило 57 зданий. Некоторые из них сейчас ждут реставрации, а другие эксплуатируются до сих пор. Помимо здания, большие работы были проведены и на окружающей территории. Появились два пруда, вокруг замка организован тенистый парк. После национализации поместье использовалось властями для нужд района Каоста. Тут была школа, кинотеатр, столовая, сельсовет и машино-тракторная станция. Капитальная реставрация фасадов и внутренних помещений была проведена в 2011 году. В результате поместье максимально приблизилось к первоначальному виду. Из мебели практически ничего не осталось. Наиболее ценные образцы были вывезены потомками барона в Германию. Сначала мы попадаем в просторный вестибюль, высота потолков которого достигает 8 метров. В вестибюль выходит два балкона. На одном играл оркестр, а со второго хозяева приветствовали гостей. В главном зале проходили балы и приемы. Рядом был обеденный зал и музыкальный салон. В салоне открыт небольшой ресторан. Также на первом этаже находились личные комнаты хозяев усадьбы и комнаты детей. В одной из гостиных устроена портретная галерея членов семейства фон Нолькин. Лестница на второй этаж ведет к ряду комнат, которые предназначались для гостей поместья. Тут можно ознакомиться с образцами мебели начала прошлого века. В восточной части второго этажа открыта экспозиция, посвященная жизни и творчеству композитора Эдуарда Тубина. Тубин родился в поселке рядом с поместьем в 1905 году. В экспозиции много личных вещей композитора, есть фонотека с записями его произведений. Не менее интересен и подвальный этаж поместья.
спустившись по крутой лестнице, можно посетить небольшой музей восковых фигур. Все персонажи имели реальных прототипов. В основном это люди, проживающие или работавшие в поместье в начале прошлого века. Замок Алацкиви сочетает в себе три совершенно разных культуры. Шотландская культура, выражена в необыкновенной архитектуре замка, культура эстонских крестьян, живших и работавших в этом живописном поместье, а также культура немецкой аристократии. Все это делает Мызу популярным местом среди гостей западного побережья Чудского озера.